40-летний мужчина умер от того, что грыз ногти. Теперь ты посмотришь на эту привычку другими глазами. У многих людей есть навязчивая привычка грызть ногти. Причем иногда это перерастает в настоящую манию. И несмотря на запреты мамы или хотя бы собственную гигиену, они продолжают грызть без остановки. У медиков даже есть специальный термин для этого психического расстройства – онихофагия. Мало того, что это со стороны выглядит очень некрасиво, так еще и может вызывать серьезные проблемы со здоровьем. А 40-летний англичанин Джон Гарднер из Уигана даже заплатил жизнью за привычку грызть ногти. Джон с детства страдал диабетом, что сперва привело к проблемам с сердцем, а затем к гангрене, которая закончилась ампутацией ноги. Из-за этого мужчина впал в депрессию. Он часто нервничал и непроизвольно грыз ногти. В этом деле Джон заходил настолько далеко, что после пару раз приходил в клинику с кровоточащими пальцами, на что врачи неоднократно делали замечания и упорно уговаривали Джона завязать с этой вредной привычкой. Впрочем, даже это не остановило мужчину. Из-за постоянных ран пальцы становились менее чувствительными, поэтому Джон все чаще грыз ногти до крови. Естественно, при мелких кровотечениях он не обращался в больницу. В конечном итоге это стоило ему жизни. Мужчина занес инфекцию в рану, и у него началось заражение крови. Всего через пару недель после своего 40-летия Джон умер от септического шока. Конечно же, грызение ногтей очень редко приводит к сепсису, но стоит ли рисковать своим здоровьем? Поделись этой новостью со своими друзьями, уверен, что увиденное отобьет у них даже желание подносить пальцы ко рту. Но если ты не грызешь ногти, то ставь лайк под видео.